Ты ничего не помнишь об этом месте? А, ничего полезного. Скажи мне, брат, зачем мы с тобой в это встряли? Я не знаю. О, это утешает. Я знаю, от умнейшего из живущих ты ожидал большего, но это место Один держал от меня в секрете. Поэтому я и советовал тебе обратиться к Фрейе неоднократно. Она не хочет со мной разговаривать. Как раз наоборот, брат. Но ты можешь убеждать себя в чем хочешь. Там виднеется берег. Черный песок. Как и сказано в приглашении, наконец-то мы добрались. Происходит. Дальше, как обычно. Какое-то тревожное чувство. Мы как будто во сне. Похоже, нас тут никто не встречает. Заперто. Может, это знак, что нам лучше развернуться и уйти? Раэл Фасиалфор, Синум Хатум. Чтобы стать себе хозяином... Справься с собой. Только сказано красивее, а тогда...
что-то не так. Я будто ослаб. Вальгалла должно быть не рада, что мы тут. Мой щит раскрывается. Не таких врагов я рассчитывал здесь встретить. Любопытно. Видно, здесь так заведено, давать тебе выбор. Ну, хоть не связали по рукам и ногам. Похоже, туда нам путь заказан, и выломать не выйдет. Может, это последний уцелевший кусок Асгарда, но он выглядит как-то чудно. Ну, хоть врагов здесь нет. Надо бы осмотреться. Ты правда веришь, что Фрейя бы нам помогла? Если нет, то привела бы тебя в чувство. Тоже хорошо. А избегая ее, ты для себя ничего не выгодаешь. Я ее не избегаю. Брат, ты сбежал от нее аж в саму Вальгаллу. Будь честен хоть с самим собой. Это не ее я избегаю. Я Фрейю ценю. Ну, в это я верю. И я рад, что ты это признал. Она тебя тоже ценит. Но по-своему. Я ей полезен. Это другое. Ты правда так думаешь? Она не понимает всей тяжести того, о чем просит. Ты отправился в Вальгаллу, даже не предупредив об этом. И я рад встрече, госпожа. Это дело личное. Не хотел отвлекать тебя. Ты вторгся в Вальгаллу. О таком я должна знать. Этот вход тайный. Кто вам о нем рассказал? Прибили к двери 3 дня назад.
Кратос из Спарты, я предлагаю тебе состязание. Сквозь былое пройди в грядущее. Справься с Вальгаллой, справься с собой. И описание пути. Без подписи. Кто знает об этом входе? Один. И мы. Это ловушка. Ты хочешь вернуться туда? Пойдешь со мной? О, ты же сказал, что это личное дело. Да, я и не могу. В отличие от вас, я не умирала. Что будет, если я вернусь туда? Это зависит от тебя. Вальгалла впитывает память тех, кто входит. Там ты открытая книга. Точно хочешь рискнуть? Как ты вообще прошел ворота? Я их выломал. Голыми руками. Он их выломал. Если уж ты решился, есть более легкий путь. Идем. Сигрун, может, мы с тобой потом продолжим тот разговор? Знаешь, Мимир, ты сказал достаточно. А, ну ладно. А дело, что мы обсуждали, еще думаешь? Верно? Верно. Так вот к чему это. Ну тогда решай сам. Итак, генерал, перед следующим походом вас надо подготовить. Во-первых, Вальгалла требует, чтобы вы провели обряд выбора. Позвольте моим сестрам научить вас законам Вальгаллы и ее ценностям. Что ты знаешь об этом месте? Вальгалле необходимо не просто преодолевать препятствия. Важно то, как именно это делать, как проявить себя в полную силу. Мы проведем вас по этому пути, но лишь Вальгалла будет вам судьей. Вернитесь ко мне, когда достигнете цели, и мы оценим результат. А что скажешь ты? Вальгалла стремится взрастить внутреннюю гармонию и цельность. Чтобы добиться совершенства, нельзя полагаться лишь на привычные действия. Я выбираю тактику сообразно ситуации. Разумеется. Будьте многогранными. Покажите Вальгалле все, на что вы способны. И Вальгалла вознаградит ваши усилия. Верните... мне и покажите, чего достигли. Подойдите я к воротам. Готов. Эйр, Гёнор, со мной. Лейфа. Можете входить в Вальгаллу, не опасаясь наказания за вторжение.
больше нет дурных предчувствий? Нет, все хорошо. Спасибо, воительницы. Ладно, попробуем все сначала. Новая попытка, новые решения, новое начало. Сигрун, ты ее прогневал? Я бы не сказал, что она злится. Раздражена, да. Разочарована, несомненно. Но не забивай себе этим голову, брат. Я не допущу, чтобы это отвлекало нас от нашего занятия. Так это не часть Асгарда, а просто образ, сотканный из твоего воспоминания. Поразительно. Брат, должен признать, идея Фреи и впрямь кажется логичной. Кому быть богом войны, как не военачальнику, который выиграл Рагнарёк и выиграл его, спасая невинных? При твоей поддержке ее совет и впрямь сможет чего-то добиться. Это должность, этот титул у меня уже был. Ты знаешь, чем это обернулось, и она тоже знает. Да, мы знаем. Но почему то, кем ты был, должно быть важнее того, кем ты стал сейчас? Ты не видишь, как ты изменился? Я изменился, потому что мне опротивила та жизнь, тот титул, тот трон. Да. Видно, таким тебе запомнился Йотунхейм, да? Но я согласен насчет совета Фрей. Это плохое учение.
И осуществить его должна она сама. Почему, брат? Фрейя хорошо знакома жителям этих миров. Ее все уважают. Она опытный лидер. Это только подсказывает ей, что власть не должна быть в одних руках. Она готова разделить власть, и именно потому достойна ее. Но зачем взваливать все на нее одну? Со смертью Одина народы снова смогут жить в мире. А когда встречаются конфликты, которые нельзя решить словами «Бог войны следит», чтобы все было по правилам. Здесь нужно могущество и рассудительность, и авторитет. Кого же еще она могла выбрать, брат? А вот тут можно сторговаться с Вальгаллой напрямую. А таким, значит, ты запомнил Свартальфхейм? Фрей знает, я не откажу ей, если во мне будет нужда. Я боролся за мир и готов бороться за него вновь. Даже без титула, даже не будучи наделенным властью. Но ты ведь понимаешь, что есть сила в словах, клятвах? Людям важно услышать обещание, что ты не изменишь им и себе. Что ты за них вступишься, и я в тебе уверен. Я понимаю, что у тебя есть опасения, но ты давно порвал с прошлым. Все это видят. Ты не знаешь, на что я способен. Был способен. Ты рассказывал о прошлом. Да, там много ужасного, но ты же доказал нам и не один раз, что ты теперь другой человек.
Ерунда, брат. Плюни раза три. Получается все лучше. Снова в бой, да? Овладение мастерством – это готовность принимать поражение. Часто. И бесстрастно. Страсть, тренировки, настойчивость – это и есть путь. Я всегда говорил, надо стремиться к большему. Долгосрочное улучшение. Отличная попытка. Лучше прошлой. Вы осваиваетесь в Вальгалле. Где Фрейя? Сейчас ее тут нет. Как вы знаете, у нее очень много хлопот. Не просто установить новое правительство для всех миров. Нужно найти толковых лидеров, провести переговоры о разделе власти. Уверена, она предпочла бы быть здесь. Но вам придется довольствоваться нами тремя. Я знаю, мы в хороших руках.